Всем привет! Начинаем очередное путешествие. Хочу вам показать, вот нашел у себя несколько фотографий, свел их всех о Риме. Вот. Первым делом, когда мы пришли в Рим, мы очень удивились, потому что была огромная толпа около храма Петра. Ну и, в общем, мы, естественно, обратились к полицейскому, который на нас недоуменно посмотрел, сказал: да вы что, не понимаете, что сегодня суббота? Ну и что, сказали мы, так сегодня же папа выступает. Мы вошли на эту площадь, на этой площади просто она была вся забита людьми. Люди радовались, с хорошим настроением, такие какие-то, ну, внутренние восхищение чему-то. Я сам, когда зашел на эту площадь, в общем, чувство было очень интересное. У меня так, никогда не было такого чувства. Вот папа читал проповедь о погибших священников Великой Отечественной во Второй мировой войне. Вот. Но что творится внутри человека, не передать. Действительно, вот что-то такое. Что-то такое нечто, я бы сказал. Я такого никогда не испытывал, хотя не понимал, что он там говорит. Он несколько слов произнес по-русски. Но это было давно, это было лет, наверное, 5-6 назад. Вот. А сейчас я просто хочу вам показать Рим. Фотографии Рима. Некоторые. Это вечный город, столица Италии с 1870 года. Он расположен на реке Тибр, древняя столица Римской империи. Стоит на семи холмах. Ну вот я все не помню, но помню, что есть такой Капитолий и Квиринал. Да, еще Палатин. Ну еще четыре: Авентин, Эсквитен, Целия и Виминале. Это я посмотрел в Википедии. Вот хороший город. В этом городе все пропитано стариной. Вот старостью таким. Огромная плата такое со старым городом, где колонны расположены. Очень старые дома. Он тоже, конечно, потрясает и восхищает, наверное, да, восхищает тем, что ты можешь прикоснуться к дому, который стоял, ну, до нашей эры, не до нашей эры, но, в общем, очень старый дом, я уже не помню, да, все, да, просто восхищает. Что там интересно такого? Ну, люди, итальянцы, нормальные люди, люди нормальные. В общем, все хотят заработать, все хотят с тебя содрать копеечку. Очень много кафе, очень много людей, которые ходят, смотрят. Очень много достопримечательностей. На меня произвело впечатление фонтан Треви. Очень красивый. Пантеон, конечно. Собственно говоря, и все. Смотрите, может понравится кому-то. Это просто фотографии Рима. Просто фотографии Рима. Да, конечно, Пантеон. Очень красивое старое здание. Ну, может, оно не такое вот помпезное, но оно как-то к себе влечет. Храм всех богов, как его называют. Тут очень много туристов. Вот, все ждут солнечного дня, хорошего солнечного дня, и смотрят наверх, потому что сверху отверстие. И говорят, в хороший солнечный день из этого отверстия просто исходит сноп света. Ну, вот. Здесь гробница типа склепа, что-то такое, Рафаэля. Ну, конечно, фонтан Треви. Это просто, просто, ну, супер-супер. Вот, большой, самый большой фонтан в Риме.
Высота его 19,5 метра. Вот скульптурная группа наверху. Есть два источника. Легенда такая есть, что если из этих двух источников вдвоем попить воду, то будешь жить долго и счастливо и любить друг друга. Вот. Я, конечно, попил. Вот. Мы жили не в Риме в самом, а недалеко от Рима. Порядка двух или трех остановок на электричке. Там электричка ходит, которая приходит на вокзал, очень удобно. Вокзал в центре почти. Вот мы ездили на этой электричке. Интересно было наблюдать за людьми, которые едут на работу. А как работали это в Риме? Ну, в основном это работа, связанная с обеспечением туристов. Вот. Очень много людей прямо едут в поезде. Девушки, женщины красятся. Вот. В то время было очень модно ходить в сапогах таких кожаных с дырочками. Я думаю, как жирко, наверное, невозможно. Но вот ходили, это было модно. Вот мы приезжали на вокзал и оттуда пешком ходили. Вот есть такой абонемент. Там, я уже не помню, сколько он стоит, не буду врать. Вот на несколько... Там такие абонементы существуют, на несколько дней, по-моему, 2 или 3 дня. И можно посмотреть вот эти раскопки, вид на форум, еще какие-то музеи. Но у нас было время достаточно ограничено, мы посмотрели, просто вот походили по старому городу. Тоже впечатляет, очень впечатляет. Дома, сколько-то тысяч лет до нашей эры, просто это не верится, такого быть не может, думаешь, что это просто какая-то, такого быть, просто быть не может, но такое есть. Вот, поэтому сильные впечатления после Рима. Притом, вы же помните учебники истории с этими домами, с Колизеями, а тут он вживую, по-настоящему, вот он. Можно, грубо говоря, потрогать его. Ну, это его вид как раз на форум. Там что-то вдали горело. Вот эти знаменитые колонны. Здорово. Просто посмотреть, прикоснуться к старине. Ну, вот волчица. Знаменитая. На самом деле, небольшая скульптура. Разрушенный Колизей. Вон, говорят, его когда-то разбирали на камни какие-то. Ну, время такое было, что делать. Время идет. Очень много скульптур старых. Ну, вот. Народу тьма. Все сидят на газонах. Просто сидят, смотрят, что-то кто-то изучает по справочникам, что-то. Ну вот, площадь Святого Петра, которая тоже производит впечатление. Огромная площадь с двумя фонтанами, по сторонам с колонной по центру. Ну ладно, не буду донимать вас рассказами своими. Может, кто-нибудь досмотрит. Но досмотрят, нет, так и нет. Вообще, конечно, если будет возможность, время надо побывать в этом вечном городе. Все, пока, до свидания.